Здравствуйте. 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 Ты, как у вас красиво. Что это у вас здесь? Музей. Музей чего? Уважаемые гости, вас приветствует Краеведческо-этнографический музей Берегини. Вы, наверное, поинтересуетесь, что означает слово «Берегиня». На этот ответ цитата из одноименной книги Василия Скуратинского. «Берегиня – это наше жилище, все, что в ней есть, что мы нашли и приберегли от своих родителей и предков». Они веселые и добрые, очень гостеприимные дети поселка Фрунзе. В прифронтовой зоне живут полноценной жизнью, общаются, учатся в школе, изучают и бережно хранят традиции и обряды своих предков. Мало того, они с радостью делятся полученными знаниями со всеми, кто приезжает к ним в гости. Для нас, военных корреспондентов пресс-службы управления народной милиции, провели познавательную экскурсию в школьном музее. Самому древнему экспонату более 3000 лет. Детвора с гордостью наглядно демонстрирует историю родного поселка, культурные направления, обычаи его жителей, знают все досконально о предметах их труда и быта. Кропотливо работал в 2004 году Главное управление Министерства образования и науки Луганской облгосадминистрации наградило музей Берегиня дипломом за занятое 2-е место на лучший музей при учебном заведении. В 2006 году за значительные успехи повышения эффективности учебного процесса, формирование и сохранение музейного фонда Украины, пропаганде памятников истории культуры, природы Министерства образования и науки. В школьном музее, конечно же, есть экспонаты современной истории поселка. Отличаются они от остальных специфической тематикой, известной нам всем. Несмотря ни на что, дети счастливы, хоть и видна в их глазах боль от всего происходящего. Счастливы они, что живы, и могут передать следующим поколениям доставшееся им наследие. Девчонки и мальчишки гордятся тем, что живут здесь, на земле своих прародителей. Рады тому, что продолжают жить в родном поселке, несмотря на постоянные обстрелы киевских силовиков. Много раз поле попадало на огороды. Возле нашего дома, например, рядом дом там стоит, упал рядом снаряд, нам все повылетали, крыши посносило просто-напросто. Соседям тоже в дом попадало. У нас на поле снаряды падали, потом находили осколки все. Сейчас, слава богу, все в порядке. Нет, стреляют по ночам. Да. Сегодня ночью. Ну да. И утро, и днем. То есть вы даже просыпаетесь? Вчера вечером даже тоже вот стреляли. Ну, стрелять вообще очень сильно страшно. Что вы делаете? Ну, например, некоторые бегут в подвалы, некоторые в домах остаются, но у нас, например, дома лежачие бабушки, поэтому просто незачем нам куда-то бежать, потому что мы их сами к ним бросим. Просто-напросто. Не задумывались, что будет, что это так страшно. Нас. Мы не знали, что у нас все такое произойдет. И что будет вообще страшно. Да. Это ж 3 года назад все началось. Уже 3 года. Сейчас она в своей шкуре испытала, да, что ты? Да. Нам даже в 2014 году пришлось отложить на время учения. Пришлось учиться на дому. И когда пришли, мы просто отставали и... Но все равно надогнали, мы такие умненькие. 7-й класс. За 3 прошедших года дети не просто выросли. Поразительно, но в их раннем возрасте уже просматривается житейская мудрость. Они не желают зла тем, кто стреляет по ним. У них совсем другие пожелания. Мирное небо под головой, чтобы они были счастливы, потому что это очень страшно. Скажу сразу, бабушки больные, и мы не можем оставить наших родных, никуда не уехать. Ну, чтобы не стреляли. Дома не попадала.